Нет, а вы пойдете голосовать? Да, наверное, пойдем. А почему вы считаете, что это нужно? Ну, потому что в какой-то степени от меня зависит будущее нашей республики. Да нет, конечно, там уже все там проиграно, все выиграно, все, мы ноль. А зачем вы тогда пошли голосовать? Ну, так, для формальности, собственно говоря. А вы пойдете? Да, обязательно. А вы думаете, ваш голос что-нибудь изменит? Знаю, главное проголосовать, а там уж видно будет. Пришел парень, мужчина, будете голосовать? Ну, куда я денусь? Пойду проголосую. Ну, неудобно, раз пообещала, надо проголосовать. А не знаю, за кого. Ни один не знакомый, так что кто из нас, кто хороший, кто плохой. Это как положено надо. А как вы считаете, кто достоин из кандидатов? Ну, наш, который Путин назначил, тот и достоин.